предположим, яйца с беконом, если кто хочет. Олеся, ты как? Дима-то тоже. Каменский не продается, потому что этот Мираторг никто не купит, Катенька. Прямом. Ну только у меня такого бекона нет, я сама нарежу. Но он не менее вкусный от этого. Какой? Такой, который как из сала. Ну а из чего еще? Фу, я в жизни такой не кушаю. Ну фу, значит ты без яиц, а что делать? Да просто яйца не А просто я его на чем жарить должна? Даже Малышева разрешила есть яичницу с беконом. Главное, хлебом не заедать. Ну, потому что, получается, белок с жиром, ну, вроде как, еще куда ни шло. Если туда углевод добавить, то все. Все вместе. Смерть фигуре, да-да. Не, мы, кстати, яйца вот так вот можем без хлеба есть. Можно омлет сделать, если вы хотите. Нет. Вы омлет не любите? Нет. Паровой омлетик кто любит? Вот это оладьи. Это как в школе. Как в столовой. Вот, страшно. Жизни такое не съем. Очень. Я в школе там какие-то Это вообще самое вкусное из всей столовской еды, что да, вообще может быть. Ленивые вареньки. А, да? Делают? Да. Да, ленивые вареньки. Ну вот это вот, это будто просто яйцо сваренное и покусанная дырка. Кто? Яйцо сваренное? Мы с Катей Лузановой покушали яйцо, вот сразу не бегаем. Ну вообще нет. Оно же не вкусное. Кто не вкусное? Ты не ешь. Прекрасно. Можно с гренками сделать яичницу. Там я не знаю, хлеба, правда, сколько. Куда они все едут? Куда они все едут? Хрен их несет. В праздники-то насладиться есть. Отсюда обычно стоит. Круглые сутки. Ну, не круглые сутки, нет. Знаешь, утром вот я еду, можно доехать и быстро, а можно и долго. Ну, вечер, вот в принципе, если до трех работать, в три выйти с работы, нормально доеду. Но у нас там сейчас нововведение эти очередные мозгопарства. Все, если вышел там в 4, ну как бы уже машин гораздо больше. Вот прям сразу. 400 метров. А в 9 вечера выходишь. Ну, более-менее нормально. Нет, ну ты прям размечталась так же. Больше, конечно. Но все равно терпимо. Потому что вот в 3 вот самое оптимальное. И в час много машин. Я езжу иногда по выходным. Чего ты по привычке вот прешься с крайнего левого? Это по привычке.